Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadania pierwszego i drugiego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Текст первый. Кирилл, спасибо, что ты пригласил меня на эту встречу. Одноклассницам не будут завидовать. Этот Рябинин просто прелесть. А мне кажется, в этом актере нет ничего особенного. А уж воображает из себя неизвестно кого. Никогда не улыбается и не шутит. Подумаешь, для актера чувство юмора не самое важное. Он же серьезный человек, профессионал, в американском сериале играл. Ты слышал, как он без проблем общается на английском? Я просто в восторге от этого». «Ой, вы девчонки!» «Да ладно, перестань. Лучше внимательно на дорогу смотри. Мне Рябинин и так нравится. Жаль только, что он никогда не фотографируется с поклонниками. Хорошо было бы выложить в сеть наши с ним селфи». «Не переживай. Посмотри на заднее сиденье. Там сюрприз для тебя. Кирилл, ты самый лучший в мире друг. Это же диск с последним фильмом, в котором снялся Рябинин. Да, я тебя поцелую, пока красный свет на светофоре. Представляешь, я вчера как раз пробовала посмотреть этот фильм по интернету. Почему пробовала? Ты не поверишь. Как только я решила включить компьютер, свет в квартире погас. Посмотрела в окно, темнота во всем районе. Страшно было. Хорошо, что родители пришли с работы. Мы весь вечер при свечах просидели. Ну и история. Катя, ты не против, если я здесь припаркуюсь? Конечно. Спасибо, что ты меня подвез, а то мне еще надо подготовить презентацию на урок биологии. Выслухай награду еще раз. Кирилл, спасибо, что ты пригласил меня на эту встречу. Одноклассницы мне будут завидовать. Этот Рябинин просто прелесть. А мне кажется, в этом актере нет ничего особенного. А уж воображает из себя неизвестно кого. Никогда не улыбается и не шутит. Подумаешь, для актера чувство юмора не самое важное. Он же серьезный человек, профессионал, в американском сериале играл. Ты слышал, как он без проблем общается на английском? Я просто в восторге от этого. Ой, вы девчонки. Да ладно, перестань. Лучше внимательно на дорогу смотри. Мне Рябинин и так нравится. Жаль только, что он никогда не фотографируется с поклонниками. Хорошо было бы выложить в сеть наши с ним селфи. Не переживай. Посмотри на заднее сиденье. Там сюрприз для тебя. Кирилл, ты самый лучший в мире друг. Это же диск с последним фильмом, в котором снялся Рябинин. Да, я тебя поцелую, пока красный свет на светофоре. Представляешь, я вчера как раз пробовала посмотреть этот фильм по интернету. Почему пробовала? Ты не поверишь, как только я решила включить компьютер, свет в квартире погас. Посмотрела в окно, темнота во всем районе. Страшно было. Хорошо, что родители пришли с работы. Мы весь вечер при свечах просидели. Ну и история. Катя, ты не против, если я здесь припаркуюсь? Конечно. Спасибо, что ты меня подвез. А то мне еще надо подготовить презентацию на урок биологии. Текст другий. Всем привет! Я с детства люблю путешествовать, поэтому собираю путеводители по городам и странам. Хотя новые технологии позволяют покупать путеводители в электронной форме, в моей коллекции все они традиционные книги. Среди них много оригинальных. Есть, например, кулинарный путеводитель по Риму. Его подарил мне Дарио. Мой ровесник из Италии. Он гостил у нас прошлым летом. Я хотел подарить ему такой же, но только по Москве. В книжном магазине я нашел много универсальных путеводителей с описанием памятников архитектуры и различных музеев моего города. А вот кулинарного ни одного. И тогда я подумал, а что если самому стать автором кулинарного путеводителя по Москве? У меня такой план. Напишу о необычных ресторанах, которые стоит посетить в моем городе, и о блюдах, которые там обязательно надо попробовать. Мой папа – профессиональный фотограф. Сначала я хотел попросить его, чтобы для моей книги он сфотографировал те места, которые я опишу, и то, что в них можно заказать. Но он очень занят. Придется самому снимать. Надеюсь, у меня все получится. Выслушай на еще раз. Всем привет! Я с детства люблю путешествовать, поэтому собираю путеводители по городам и странам. Хотя новые технологии позволяют покупать путеводители в электронной форме, в моей коллекции все они традиционные книги. Среди них много оригинальных. Есть, например, кулинарный путеводитель по Риму. Его подарил мне Дарио, мой ровесник из Италии. Он гостил у нас прошлым летом. Я хотел подарить ему такой же, но только по Москве. В книжном магазине я нашел много универсальных путеводителей с описанием памятников архитектуры и различных музеев моего города. А вот кулинарного ни одного. И тогда я подумал, а что если самому стать автором кулинарного путеводителя по Москве? У меня такой план. Напишу о необычных ресторанах которые стоит посетить в моем городе, и о блюдах, которые там обязательно надо попробовать. Мой папа – профессиональный фотограф. Сначала я хотел попросить его, чтобы для моей книги он сфотографировал те места, которые я опишу, и то, что в них можно заказать. Но он очень занят. Придется самому снимать. Надеюсь, у меня все получится. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Wypowiedź pierwsza. Когда мои родители смотрят фильм, бывает, что они даже ждут, когда реклама начнется. Папа сразу бежит на кухню делать бутерброды. Мама начинает обзванивать подруг. А мне такие бесконечные перерывы на рекламу очень мешают. Они всегда прерывают фильм на самом интересном месте, и я забываю, что смотрю. Это меня раздражает. А вот мои родители в шутку говорят, что если бы рекламы не продолжались так долго, они бы ничего не успевали сделать. Выповедь друга. Люди по-разному реагируют на рекламу. Например, мой младший брат смотрит ее с открытым ртом. Моя мама переключает телевизор на другой канал в поиске чего-то более интересного. Папа любит смотреть рекламу дорогих автомобилей и мечтать при этом о новой машине. Меня в рекламе уже ничего не удивляет и не шокирует. Я к ней настолько привык, что вообще ее не замечаю. А вот соседские бабушки только и обсуждают, сколько денег зарабатывают кинозвезды за участие в рекламе. Выповедь третья. Людей, которые делают рекламу, совершенно не интересуют ни слабые, ни сильные стороны товара, который они хвалят. Для них самое важное ⁇ заработать. Ведь если маргарин показывают в телерекламе, это вовсе не означает, что он самый вкусный и самый полезный. Зато, наверняка, дорогой. Если бы его не рекламировали, он был бы намного дешевле. За рекламу надо платить. Выповедь Чварта. Реклама с нами на каждом шагу, и жить с ней бывает нелегко. Хорошо, что придумали не только телерекламы, но и пульт для телевизора. В любой момент можно переключиться на другой канал. Хотя иногда рекламу стоит посмотреть. Вот лично мне нравятся забавные ролики, которые веселят и поднимают настроение. Такие ролики хочется смотреть снова и снова. Выслушай на граня еще раз. Выповед первая. Когда мои родители смотрят фильм, бывает, что они даже ждут, когда реклама начнется. Папа сразу бежит на кухню делать бутерброды. Мама начинает обзванивать подруг. А мне такие бесконечные перерывы на рекламу очень мешают. Они всегда прерывают фильм на самом интересном месте, и я забываю, что смотрю. Это меня раздражает. А вот мои родители в шутку говорят, что если бы рекламы не продолжались так долго, они бы ничего не успевали сделать. Выповедь друга. Люди по-разному реагируют на рекламу. Например, мой младший брат смотрит ее с открытым ртом. Моя мама переключает телевизор на другой канал в поиске чего-то более интересного. Папа любит смотреть рекламу дорогих автомобилей и мечтать при этом о новой машине. Меня в рекламе уже ничего не удивляет и не шокирует. Я к ней настолько привык, что вообще ее не замечаю. А вот соседские бабушки только и обсуждают, сколько денег зарабатывают кинозвезды за участие в рекламе. 3. Людей, которые делают рекламу, совершенно не интересуют ни слабые, ни сильные стороны товара, который они хвалят. Для них самое важное – заработать. Ведь если маргарин показывают в телерекламе, это вовсе не означает, что он самый вкусный и самый полезный, зато наверняка дорогой. Если бы его не рекламировали, он был бы намного дешевле. За рекламу надо платить. Выповедь четвертая. Реклама с нами на каждом шагу, и жить с ней бывает нелегко. Хорошо, что придумали не только телерекламы, но и пульт для телевизора. В любой момент можно переключиться на другой канал. Хотя иногда рекламу стоит посмотреть. Вот лично мне нравятся забавные ролики, которые веселят и поднимают настроение. Такие ролики хочется смотреть снова и снова. czas przeznaczony na tę część